Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале Итон ТВ, программа «Тема дня». Меня зовут Александр Вальдман. Почти в 150 городах России прошла вторая волна акций протестов имени Алексея Навального. Вот об этом наш сегодняшний разговор с известным российским политологом Илья Грищенков. С нами на связи. Илья, рад приветствовать. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Илья, наш разговор хочу начать с цитаты, которую я обнаружил у очень уважаемого человека Георгия Сатарова. Он пишет: «Был сегодня на Комсомольской. То, что можно было увидеть сегодня на улицах Москвы, напоминало мне 19 августа 1991 года. Оккупированный город. Только вместо танков уродливые машины для перевозки росгвардейцев, а вместо БМП автозаки. Тогда в августе оккупанты проиграли. Видел сегодня на разных лентах разнузданное звериное насилие во Владивостоке, Казани, Москве, Питере и других городах. Тенденция очевидна и мне, и многим другим. Она неизбежно ведет к смертельным трагедиям по всей оккупированной стране». Конец цитаты. Скажите, пожалуйста, насколько эта точка зрения коррелируется с вашей точкой зрения? Вы написали, я прочитал в одном из ваших интервью вчерашних: протест переформатировался, стал менее сгибаемым, более ожесточенным и смысловым. Ну да, действительно, он стал более идейным, что ли, потому что на первую акцию вышли люди, которые, ну, хотели погулять, посмотреть, выразить свое общее недовольство действиями властей. И когда они в первый раз увидели, что его смогут схватить, посадить, выписать большой штраф, а еще, значит, дать по голове дубинкой, то количество желающих митинговать резко сократилось. По опросам ФОМ с 47 до 17%, то есть почти на 30%. Угу. Соответственно, те, кто вышли, уже подозревали, что могут получить по голове, и получили действительно достаточно жестко, кроваво. Кстати, как у нас любят сравнивать, значит, как в Европе, да, потому что все видели, как подавлялись акции желтых жилетов во Франции, как полицейские действуют в Германии и так далее. Значит, и действительно, эти люди более идейные, но при этом, кстати, смысл протеста все-таки пока еще не сформулировался, потому что, несмотря на всю идейность выхода, именно за Навального выходит не так уж много людей, то есть конкретно его освобождение поддерживает какая-то узкая прослойка авангарда. Остальные так или иначе просто выходят против власти с призывами ухода Путина, с призывами смены политической системы, честных выборов. Но именно сосредоточения на Навальном нет как такового. Поэтому, да, углубление есть, больше оппозиционеров, более стойкие люди, но вширь пока этот протест не растет, и как только будут сформулированы какие-то действительно общеполитические требования, я думаю, возможно и разрастание протеста. Угу. Еще одна ваша цитата, статья на «Эхо Москвы». «России нужна партия нормализации». Вы пишете: «Русская диктатура, нетерпимость к иному мнению, хоть под маской либерализма, хоть под маской патриотизма, в разной степени порождает лишь новые конфликты, ведет страну к обнищанию и деградации. Попытка нормализовать внутреннее устройство, выпустить пар там, где кипение нарастает, политика, и закрутить гайки там, где течет коррупция, могла бы гарантировать мягкий выход из сложившейся ситуации». Конец цитаты. А скажите, пожалуйста, Илья, а заинтересованы ли, на ваш взгляд, обе стороны конфликта в том, чтобы появилась вот эта вот партия нормализации? Это же, по сути, свой конкурент политический, партия нормализации. Нет, конечно, не заинтересованы. Обе стороны представляют собой достаточно небольшую прослойку, которая хочет до последнего избавиться от своих конкурентов. Ну, то есть власть хочет закрутить гайки и вечно сидеть на своем месте, оппозиция непримиримо хочет свергнуть, как бы, всю нынешнюю власть и уже потом выстраивать какую-то новую. Собственно, партия нормализации — это все остальные граждане России, которые, с одной стороны, не хотят революции и повторения 90-х, да, то есть чем так нас пугает как раз одна из сторон. С другой стороны, тоже не хотят вечно сидеть при нынешнем бюрократизме, опасаясь, что будет хуже. Поэтому что такое нормализация? Это какая-то попытка примириться оппозиции с системой.
И мы понимаем, что внутри системы существует фронта, которая во многом, может быть, и есть заказчик той как бы внесистемной оппозиции, которая сегодня единственная, кто действует в России. Но в противном случае, я думаю, что Навальный бы не вернулся из Германии, если бы у него не было какого-то понятного плана действий и, главное, объединение с людьми внутри системы, с силовиками, каким-то блоком, которые понимают, что изоляция в виде такой, да, закрытой крепости ни к чему хорошему не приведет. С теми людьми, у которых есть капиталы, ориентированные на Запад и на западную экономику. С людьми, которые внутри системы понимают, что доводить нас до идей Чучхея и Северной Кореи, в общем-то, невыгодно никому. Эти люди тоже хотят оставаться в той власти, к которой они привыкли, да, со всеми ее, так сказать, плюсами и минусами, да, то есть возможностью выезжать за рубеж, владеть недвижимостью и, с другой стороны, внутри страны чувствовать себя все-таки не в осажденной крепости, а в какой-то более-менее демократической стране. Поэтому я думаю, что ставка на нормализацию, она как раз очень востребована, и так или иначе многие политики, которым есть что терять, они к этому призывают. Вот можно вспомнить статью Чемизова, да, главы Ростеха, который в свое время выступал в защиту оппозиции. Можно вспомнить Кудрина, который еще в Болотную площадь вел переговоры с оппозицией. Можно даже вспомнить такие примирительные нотки Дмитрия Медведева, который время от времени предлагает Западу примириться и более-менее как-то старается сделать хоть маленький, но какое-то, да, там, так, подмигивание в сторону оппозиционеров. Но, по крайней мере, это не разговоры в духе там, размазать печень по асфальту или там, значит, всех посадить. Вот. А еще некоторые призывают, знаете, к такому, где тот генерал, который скажет не жалеть патронов и не давать холостых. Есть и такие. Вот. Поэтому эскалация нарастает. Собственно, я говорю о нормализации даже хотя бы на нынешнем уровне, чтобы мы действительно не озверели и не перешли уже к такому уличному фашизму, потому что многие накручены со стороны власти именно так. И оппозиция, собственно, звереет постепенно. Если вас бьют каждый день дубинкой по голове, если вы в своем сопернике видите только действительно нелюдь, которая ничего кроме крови и смерти не несет, вы будете относиться к ним так же. Но это не очень хорошо. Все-таки нужен какой-то диалог. А чем вы объясните, что сторонники Навального не обращаются за тем, чтобы получить разрешение на эти митинги? Так, собственно, это стратегия? Что? Это стратегия, Илья? Да. Ну, я бы так сказал, что вообще сама идея разрешительных митингов, она, наверное, не совсем правильная, и люди имеют право выходить без всяких согласований. Ну, конечно, у нас законодательство такое, что официально этого сделать нельзя. Ну и логично, да, то есть если вы 100% уверены, что митинг вам не согласуют, а, собственно, по-моему, пытались первый митинг согласовать, сразу же отказали, то у вас не остается другой стратегии, кроме как упирать именно на то, что митинг не согласованный. То есть это уже переводит вас в разряд борца с режимом, а не такого, да, просителя с протянутой рукой. В принципе, да, это стратегия, которая сразу радикализирует протест. То есть вам заранее озвучивают все риски, но при этом вы понимаете, что идете на баррикады. Человек на баррикадах принципиально иной, чем человек в 2019 году, когда они гуляли по бульварам и, так сказать, тоже боялись, что их разгонят, но тем не менее эти были мирные прогулки. Сейчас люди конкретно выходят с лозунгами против власти. Среди публикаций относительно протестов, ну, серьезных комментариев, достаточно часто попадалась мысль о том, что Навальный — это только повод для протестов, а главная причина этих протестов от тех молодых людей, которые вышли, большую часть протестующих составили, это 20-летние, 30-летние люди, это стагнация доходов и отсутствие перспективы. Насколько вы согласны с таким, именно с таким выводом, и действительно ли власть делает вид, что она этого не замечает? Я думаю, что вообще общее ощущение духоты, да, такого душняка, который сегодня есть в России, он очень похож на тот душняк, который был в конце СССР, когда на людей идеология уже не действовала никак, кроме как раздражающая. То есть когда все ритуалы, которые власть использовал, начиная там от пионерии и октября, там, комсомольцев и членов партии, она являлась раздражающим фактором. То есть люди, конечно, да, они раздражены тем, что они не могут заработать достаточное количество денег, чтобы жить безбедно, а с другой стороны видят
близких к власти людей, которые покупают многомиллиардные дворцы. Это раздражает. Но еще больше раздражает то, что на этом фоне их все время призывают к патриотизму, к лояльности, что вот не надо раскачивать лодку и так далее. И вот именно этот бубнеж, он больше всего и воздействует на людей в среднем возрасте 30 лет, что они хотят выйти на улицу, потому что есть чувство, что жизнь проходит. Да, то есть ты не можешь сделать ничего такого, чтобы тебе гарантировало безбедную старость, чтобы ты мог путешествовать, чтобы ты же видишь, как люди живут в Европе, ты видишь, как живут в США, а тебе постоянно рассказывают миф о том, что Россия другая, у нас особый путь, и вот эта вот постоянная бедность, она должна быть неким краеугольным камнем, да, нашего существования. И действительно, вот это ядро протеста – это те, кто не хочет такого будущего, у кого еще есть время что-то изменить. И я думаю, что это как раз то, о чем сегодня говорил патриарх Кирилл о поколенческом протесте, что это разрыв. И как раз, с одной стороны, я с ними не согласен, что все упирается только в поколенческую разницу. Но с другой стороны, действительно, вот это ощущение, что еще есть время что-то изменить, оно является триггером для выхода людей на улицу. И еще один вопрос. Глава Россотрудничества Евгений Примаков относительно недавно в контексте протестов имени Навального заявил, что, опять же, я цитирую, потенциал национального предательства в России огромен. Ну, во-первых, странно слышать такие слова от госчиновника высокого ранга, это во-первых. А с другой стороны, следует ли считать проявлением вот такой формы национального предательства обращение Фонда борьбы с коррупцией Навального с призывом к президенту США Байдену ввести санкции против 35 человек, да еще было это все приправлено словами господина Ашуркова, директора, исполнительного директора фонда. Он написал письмо, адресовано президенту Соединенных Штатов, самой могущественной страны. США уже давно применяли санкции против лиц, причастных к коррупции. Если кто и может что-либо сделать, так это США. Как-то не очень патриотично, я бы сказал. Ну, начиная, да, с самой темы такого национального предательства, то есть действительно тема пошла, я так понимаю, в Госдуме сейчас внесен законопроект, или он рассматривается, как раз он подразумевает какие-то реальные жесткие сроки для тех, кто, апеллируя к другой стране, просит как раз ограничить или наказать кого-то из российских чиновников. Там называются такие сроки, там 10-15 лет, то есть действительно это серьезно задело, и действительно во власти это считают предательством. Но это уже такая переход грани, когда общество делится на такие, да, вот группы национальных предателей. Вообще слово «предатель» — это какой-то, да, из лексикона такой горячей фазы холодной войны. Вот. Но что касается, да, обращения к могущественной державе, США, ну, понятно, что действительно Запад, как некий такой коллективный образ того, кто может хоть как-то рассудить, кто может воззвать к справедливости. И, кстати, частично это, наверное, оправдано тем, что Навального, насколько я слышал, предлагают номинировать на Нобелевскую премию мира, действительно выступает в качестве единственного баланса для тех сил внутри страны, которые сегодня подвергнуты жестким репрессиям и гонениям. Ну, действительно, когда вам некуда больше обратиться, а вы уже находитесь в СИЗО или ждете, что за вами завтра придут, должен быть какой-то мощный игрок, к которому можно апеллировать. Поэтому ФБК, в принципе, можно понять, хотя действительно звучит непатриотично и во многом делает токсичными конкретно и Ашуркова, и многих оппозиционеров. Да. То есть политтехнологической точки зрения это, наверное, не очень правильно. Но еще раз, понять людей можно, они борются на острие атаки и, в отличие от всех других, рискуют и собственной жизнью, и собственной свободой. Поэтому, наверное, не нам судить, как они пытаются защитить себя и свои семьи. Илья, спасибо огромное за это замечательное интервью, спасибо за откровенность. Всего самого доброго, главное, будьте осторожны и здоровы. В наше время это главное. Спасибо. Спасибо, Илья, спасибо. Всего самого доброго. До новых встреч. Спасибо. Спасибо и вам, друзья, что были с нами. Всего доброго, будьте здоровы. До новых встреч.